сейчас руководитель Росрыболовства по акватории, в которой относится город Бирск, разбирается с этим вопросом. У меня с ним прямая связь. Пока случаи не подтвердились. Он сейчас как раз находится в акватории и проверяет полученную информацию. Как только будет от него информация, наша зона ответственности или там Новосибирского района, или там какого-то другого района нашей области, мы будем принимать действия. Пока информация не подтвердилась, но к ней относимся серьезно и с Росрыболовством находимся на прямой контакт.